Всем привет! Сегодня, наверное, я вот эти вот сниму, потому что я так смотрю, что вряд ли они больше вырастут. Ну и смысла, наверное, их тут даже держать уже нету. Вот здесь вот эти вот грибы, может быть, я зря брызгал, то есть получается, как большие-то более-менее растут, а маленькие сохнут. А может, не зря, я не знаю, в общем, как поступать с ним правильно. Вот, наверное, брызгать на них это не сильно правильно. Ой, все это сложно. Что вот, в принципе, нормально. Вроде красивые грибочки. Ну вот так. Это где-то у меня шестой или седьмой день получается с момента обнаружения Примортия. Они совсем маленькие были. В виде таких точечек совсем маленьких. То есть еще даже, ну, даже вот не такие. А их еще, ну, вообще, так вот глаз еле различал, наверное. Вот какие-то вот они вот такие были, даже меньше. То есть, в принципе, получается, что почти неделя. Вот. Посмотрим за этим. Я вот, наверное, попробую не брызгать на них, а посмотреть, что будет, если вот их не брызгать. Потому что, как говорят, влажность у меня здесь вполне должна быть достаточной. Вот. Вот, а раз так говорит специалист, я даже не буду спорить, потому что совсем, как говорится, новичок. Вот. Такие вот пироги, ладно. На этом, наверное, все. Сейчас я соберу то, что есть, и буду их есть. Ням-ням-ням. Что-нибудь невкусное приготовим. Вот на этой ноте я с вами, наверное, попрощаюсь. Всем пока. Подписываемся на канал. Дальше будет интереснее. Удачи!